Начинаем вырезать фигурки. У меня формочки, которые я заказывала давно. У меня формочки эти универсальные, я их использую много лет. Посмотрите, какая толщина теста. Здесь как минимум 5 миллиметров. Равномерно я уже на ощупь раскатываю равномерно по всей длине. Я беру обязательно чашку с мукой, ставлю, чтобы посыпать. На самом деле здесь необходимости посыпать особой нет, но иногда подсыпайте муку. Первое, что я буду делать, это вот такая елочка. Очень люблю эту форму. Она такая неоднозначная, то есть очень необычная, но очень получаются красивые пряники. По ней тоже сниму небольшой урок. Так, вот я ее сняла из формочки аккуратненько, потому что формочки можно предварительно тоже в муку окунуть. И вот получается вот такая елочка. И кладу ее на противень. Я ставлю вот здесь эту елочку. Старайтесь на один противень ставить фигурки примерно одинакового размера. Подсыпаем муки чуть-чуть, совсем вот тонкий слой. Чуть-чуть можно вот так и на скалочку. И аккуратненько раскатываем. Я делаю, чем больше фигурка, тем толще я делаю тесто, толщину теста. И вот здесь я сейчас вырежу, давайте ангелочка мы вырежем. Вот так у нас будет ангелочек. Тоже вот такая формочка красивая. Это у нас будет снеговичок-ангелочек. Старайтесь, чтобы толщина теста по всей длине была одинаковая. Вырезаем вот такой овал. Тоже буду делать пряник на овале. Другой будет урок. Овалы обязательно формочки приобретите. Вот это тесто у меня полежало в холодильнике уже 3 недели. Я аккуратненько его герметично в пленку замотала. И оно прекрасно в пленочке сохранилось. Оно сохраняет свои качества, свойства. Главное вам раскатывать толстенько, чтобы пряники не сохли. И обязательно старайтесь... Мало того, что толстенько, еще и печь так, чтобы не пересушить. Так, и аккуратно вот так вытаскиваем. От того, что они толстенькие, они очень хорошо сохраняют форму. Посмотрите, какая толщина. Вот толщина. Зато получается пряник-пряник прямо. И мне нужно сделать вот такой шар. Из такого шара новогоднего можно сделать какой угодно пряник, даже часики можно оформить, видите? Чем мельче пряники, тем тоньше, но от соотношения максимум 1-2 миллиметра. Тоньше не делайте, иначе у вас будут не пряники, а чипсы. Сейчас мы вырежем вот такую лошадку. Так, лошадку попозже. Давайте я сначала сделаю снежинки. Так. Сначала мы сделаем снежинки. Обязательно приобретите формочки снежинок, потому что это очень популярная фигурка на Новый год. Именно вот эта форма. Много разных форм, но эти удобные для росписи. Так, вторая. Мы отрезаем вот эту штучку, и мы сделаем потом вот такую качалку с лошадкой. Поэтому, чтобы вырезать такую штучку, вот моя одна лошадка будет у нас одна. Вот, мы ее тут аккуратненько положим. А таких штучек я сделаю 2. Для этого я просто беру и вот здесь из теста вырежу
одну еще часть нижнюю. Вот она, это нижняя часть. Вот, просто отрежу ровненько. И у меня получились две вот эти качалочки. Как я делаю дырочки? Вот мне, например, нужно будет здесь сделать дырочку. Я трубочкой вот так ее делаю. А потом, когда из духовки достану, еще раз сделаю. И можно потом везде, вот здесь, например, в разных местах, тоже сделать дырочки для того, чтобы потом можно будет было их подвесить. Итак, у меня есть большая формочка вот такого листика. Очень хороший подарок на 1 сентября. Он практически по величине в коробочку 12 на 12. Здесь надпись. И просто с днем учителя один пряник. Зато какой красивый мы его сделаем. Как я проверяю на готовность? Я просто надавливаю пальцем. Если остается вмятина, она не выравнивается, значит, они еще сырые. Если вмятина быстро выравнивается на поверхности, значит, пряники практически готовы. В духовке. И в этот момент, пока они горячие, мы быстренько их выравниваем в плоскость полностью. Даже края нужно обязательно зацепить. И вот так мы их все выравниваем. В этот момент обязательно, пока они горячие, если это новогодние пряники, мы должны обязательно сразу сделать дырочки. Вот мы их сделали заранее, но я еще раз пройдусь, второй раз, уже зафиксирую результат. И вот здесь тоже сделаю дырочку. Вот она. Все. Эти дырочки уже сформированы. И в этот же момент, пока у вас горячие пряники, можно сделать просто дырочку сразу. Но для этого нужно вот этот, видите, он чуть-чуть расплавился, обрезать и уже чистым краем вырезать дырочку, пока они мягкие, только-только из духовки.